Нету. Ну и раз 10 стукните, пожалуйста. Вы никогда не будете об этом жалеть. Ну, скажете, один здесь, что это эти все? Стук это благословенный. Делайте одолжение. Давай. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. По 10 раз каждый стукните. И вы узнаете, что да? Это такое. Сколько оно весит. Как это дается. И скажи, даже гости и те работают. Без насилия. Давайте. Удар у него хороший. Ну, братья, молодцы. Видишь, она размокает, и камушки соединяются вместе. Вода уже пройти не сможет. А это как арматура. Вы никогда не пожалеете, что побыли здесь. Почему? Потому что труд благословляется Богом. В поте лица человек ест хлеб свой. Павел говорит, тружусь своими руками, чтобы было еще уделять нуждающимся. Мы работаем бесплатно. Всегда, каждый год. Видишь, как хорошо. И вы когда увидите, люди будут говорить, а ничего попало, дед, нет, ничего попало. Это, понимаете, это другой климат. Качают воду из прудов на огороды. Новые птицы, сапли появились, их никогда не... А что вы качаете? Нет, это там деревня у нас. Там, вот за этими деревьями там... А вон андатра! Андатра вон! Вон она плывет, видишь? А ты вчера говорил, кажется, что нету. Вон, видишь, как корабль плывет. Волны, ну да. Волны как, расходятся. Как катер. Да, бобер. Бобер главный, вот это большой. Да, поедем. На рыбе 80 на 60 сантиметров. 80 это вот на раз. И 60 это свободно проведет человек. Ну, там ему вода помогает. Трудяга. Да. Если прорвало где-то, она золотая. Деревья, палочки, все это переплетено. Булыжник несет. Глиной замазывает илом. И вода останавливается. Где-то была плотина, построили 750 метров. Вещь невероятная. И Бог его сотворил таким. Ну что, мы поедем, да? С Богом. Вы помолитесь на дорогу? Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ибо нет иного Бога, кроме тебя. Единый во Святой Троице Господь наш Иисус Христос, воплотившийся от Девы Марии, приявший нас к себе, открывшийся нам по благодати Духа Святого. И мы в это веруем, Господи, что будет день суда, приготовь нас к нему. Как страшно впасть в руки Бога живого. Ты, Господи, коснулся нас. Мы вспоминаем тот день, когда ты открылся в святости Святого Евангелия. Хвала тебе. Благослови брата Иакима, там, где он находится. Ко всем болящим простри десницу твою, пошли им исцеление. И труд наш сделай благословенным, полезным и безопасным. И на врагов пролей милость, умягчи их сердца и примири с нами, если угодно тебе. Правителей, Господи, приведи к страху твоему. Ибо близится пришествие твое. Тебе, Боже, слава. Благослови приезжающих и отъезжающих. Оставь нам добрую память о проведенном времени, о рассуждениях, о спасении. Хвала тебе, честь, поклонение. Единый вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Да благословит Господь. Спасибо вам большое. Поедем. Вот где были. Потихоньку только нам отступайте, чтобы не прибыли. Мы здесь обойдем. А вот там можно пройти. Ну и камера. Ну ладно, мы на той неделе будем с молодежью. Получится, заедем, не получится. Да, мы будем здесь. Угу. Вы именно на дамбе будете, да? Да, мы. Да не, у нас еще один труд, даже не приступали к нему нынче. В другое место будете? Ну да. Мы вот, ну, которые там главное закончили, там много людей работало. И мы за 3 недели, кажется, закончили его. А здесь нас осталось всего 3. Потихоньку. Тут камера вообще. Такая прорва была, засыпаем сейчас. Ну ладно, с Богом. Да, с Богом. Спаси Христос. Да благословит вас Господь.